Всем привет! Сегодня опять мы путешествуем по хорошему городку такому под названием Прага. Вот скульптор Дэвид Черный. Дэвид Черный сделал такую прекрасную скульптуру под названием «Писающие мужчины». Они стоят во дворе музея Франца Кафки. Ну, что это такое? Это композиция. Два бронзовых мужика, которые писают на карту Чехии. Сделано в 2004 году. И говорят, что если послать смс-ку на определенный номер, то они, значит, могут написать эту фразу, которую вы пошлете. Вот, смотрите. Вообще, интересный, конечно, скульптор. Много у него там интересного брать.